Готовка лунки для вылова рыбы. Надо вот обколоть молодой лед, убрать его зюзьгой. Сейчас будем смотреть, что там у нас появилось. Плавает ли там что-то? Вот, друзья, если видно, я вижу очень хорошо. Не знаю, как передаст ли видео, но вон они плавают на дне. Сейчас мы их с очком достанем. Давай, Замат. Что нам принесли сети? А сети нам принесли вот такую рыбу. Нам нужна рыба определенного размера. Не доставая на лед, да. Сортируем в воде. Нам нужны небольшие. Пойдет. Пойдет. То есть сортировка по размеру, она обязательна. У нас здесь встречаются рыбы разных размеров. В общем-то, а нам нужны определенные. Нам нужна рыба вот чуть более 2 килограмм сейчас. Где-то 2,5-3 килограмма максимум. Видите, зимний вылов, он несколько проблематичен. Вот есть такой какой-то коротышка попался. Карасик. Вот такая вот рыба прикольная. Называется она русский осетр. Ей уже 4 года. Вес этой рыбы, вот это мелкие экземпляры, вес их где-то примерно 2500-2700. Нам нужен еще один, что нам принесла зюзьга. Зюзьга нам принесла, это крупный. Это пойдет отлично. Еще один нам нужен. Нам нужно 5. Друзья, входящий звонок. Спасибо. Я его выключил, этот входящий звонок. В кино продолжаем. Ну, всякие бывают рыбки, кино. Так. Смотри, Азамат, не нырни туда. Вон они подплывают с другой стороны, я атакую, смотри. Да, вода прозрачная зимой, здорово, рыба медлительная. Можно ее выбирать и ловить. Это крупный. Крупный, он нам не нужен. Пускаем его. Пускаем с миром, пусть плывет. Нам нужен помельче. Мельче нужен. Да, здесь приходится ждать, чтобы они подплыли, конечно, сейчас особо не разгонишься, потому что не видно рыбу. Нет, пусто. Надо дать немножко отдохнуть, Азамат, чтобы она подошла, видимо. Вот оставь сачок и не шебурши, сейчас она подойдет, и мы ее поймаем обязательно. А он уже подошел внизу, вон он, может брать его, кстати. Вот он и идет. Вот он, да. Большой. Вон еще один там. Вон второй как раз то, что нам надо. Долго себя не заставило ждать. Поклевка. Вот он, красавчик. Заказ выполнен. Рыбка поймана. На этом, друзья, видео заканчиваю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям и, конечно же, заходите на наш сайт и заказывайте вкусную ачуевскую с распахом. Хорошего вам настроения и хорошего дня. Пока!